Челябинская область станет ближе к Венгрии. В конце месяца в столице Южного Урала откроется венгерское почетное консульство. Оно будет заниматься приемом делегаций из Венгрии, а также организацией культурных и образовательных мероприятий. Они действительно могут оказать большую помощь как для нашего генерального консульства в Екатеринбурге, так и для посольства в Москве. Так что я думаю, что это очень перспективное направление наших отношений. Генконсул отмечает, туристы с Урала стали чаще ездить в Венгрию. Так, в прошлом году в Екатеринбургском посольстве было выдано 6 тысяч виз. Это на 22% больше, чем в 2015 году. Привлекают уральцев в первую очередь термальные источники. А что касается туристического потенциала Южного Урала, то Сергей Сюч отметил, что венграм был бы интересен экстрим-туризм, сплавы, походы и охота.